Теперь обо всем подробнее. Прошло 12 месяцев, как Казахстан вступил в Евразийский экономический союз. С 1 января 2015 на территории стран-участниц, в числе которых Казахстан, Россия, Армения, Беларусь и Кыргызстан, начали действовать 4 ключевые экономические свободы – движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Как повлияло подписание этого договора на работу в регионе – в нашем материале. Это первый супермаркет в городе Булаево района Макжана Жумабаева. Открыли торговую точку месяц назад. В магазине представлен широкий ассортимент бытовой химии, канцелярии и игрушек, продуктов питания, работает даже собственная мини-пекарня. Екатерина Суняйкина запасается впрок. Здесь очень хороший выбор, и все в одном магазине сбалансировано, не надо нигде ходить, ничего искать. Все, в принципе, доступно, нам все нравится. Супермаркет построили здесь «Амичи». Это 55-й магазин низкоцен компании «Эвка». В Казахстане он первый. Проект открыт в рамках Евразийского экономического союза. Инвестиции, значит, составляют более 147 миллионов. Полностью собственных средств ООО «Халифуд». Вот. Продукция магазина предоставлена 70% нашего товара, отечественного, казахстанского. Значительную долю также занимают товары, именно производимые в нашем районе, в районе Макжана Жумабаева. На данном объекте представлено более 30 рабочих мест. 100% составляют наши жители нашего района, города Булаева. Единое пространство между странами-участницами договора гарантирует 4 ключевые экономические свободы – движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Подписанное соглашение открывает новые возможности для развития бизнеса как для наших соотечественников, так и для представителей других стран. Северный Казахстан, как приграничный регион, активно включился в работу уже в прошлом году. Расширение импорта влечет за собой приток новой техники, новых технологий на казахстанский рынок. Уже на сегодняшний день имеется у нас ряд совместных проектов, довольно успешных. В планах российской группы компаний «Эвка» строительство завода по переработке масличных культур в Тэншинском районе. Страны-участницы соглашения – это Казахстан, Россия, Армения, Беларусь и Кыргызстан. Наша область, благодаря географическому положению, конечно, активнее всего сотрудничает с россиянами. В прошлом году на долю товарооборота с Федерацией пришлось 67%. Ксения Куценко, Владимир Боровков, Михаил Казначеев. Новости МТРК.